Губернатор опроверг информацию о закрытии отделения 5-й поликлиники на улице Чаплина в городе Тюмени. Подробности Александр Мор рассказал на своей странице ВКонтакте. Прием людей с ОРВИ действительно был приостановлен, но узкие специалисты продолжали работать. После вмешательства возобновили и прием больных. По словам главы региона, ситуация непростая. На эпидемию ковида наложилась эпидемия ОРВИ, поэтому больницы будут помогать друг другу кадрами, а регион готов выделять дополнительные средства. Цитата. «Больницы и поликлиники в Тюменской области в такой непростой момент закрываться не будут».